Страшная авария в районе старого аэропорта унесла жизни 3 человек. На полном ходу кроссовер пробил леерное ограждение и вылетел с трассы в кювет. Очевидцев на месте аварии не оказалось, однако автоинспекторам удалось восстановить картину происшествия. Выяснилось, что около 4 часов вечера мужчина вместе с двумя пассажирами выехал со старого терминала аэропорта. На небольшом отрезке ровной и прямой дороги он, судя по всему, развил высокую скорость. Доехав до дорожной развязки и поворота на Артём, водитель почему-то не свернул, а проехал сквозь все полосы встречного движения и на полном ходу врезался в леерное ограждение. Удар был такой силы, что последнее вырвало с корнем, а машина взлетела в воздух. Иномарка врезалась в каменную насыпь, после чего кубарем покатилась по склону. Водителя и обоих его пассажиров при этом выбросило из машины. По словам медиков, смерть мужчин была мгновенной. Резонансное ДТП. Водитель автомашины «Харьер» 3-5, двигаясь со стороны старого аэропорта аэрогруза. Видимо, на большой скорости не справился с управлением, совершил наезд на леерное ограждение, после чего удар в сопку и опрокидывание, в результате чего погибло 3 человека. То есть никто не выжил, получается? Да, смотрели транспортное средство, то есть все трое, которые были в машине, по неизвестной причине, почему, то есть ни следов торможения, ничего нет, то есть сразу в леерное ограждение, и 3 человека погибло. Сейчас устанавливаются личности погибших пассажиров. При себе у молодых людей не оказалось никаких документов. Имя водителя уже установлено. Назначена экспертиза, по результатам которой выяснится, употреблял ли погибший спиртное перед тем, как сесть за руль.